Всем привет из Египта! Сегодня я решила показать вам отель Сигал. Отель Сигал Бич Резорт расположен на улице Шератон в центре города, в 10 километрах от аэропорта Хургады. Состоит отель из двух частей и имеет всего 710 номеров. Сразу при выходе из главного корпуса аквапарк. Дети и взрослые здесь могут вдоволь порезвиться. Аквапарк работает с 10 утра до часа и потом с 3 часов до 5 часов. В 10:30 начинается стретчинг, и у вас ровно 30 минут, чтобы сделать хорошую разминку. Отель Сигал предлагает виндсерфинг, теннисные корты, сквош, бильярд, настольный теннис, спа-центр и фитнес-клуб. Вау, я даже не ожидала, как фитнес-тренер, я вам скажу, здесь очень качественные тренажеры. А также здесь есть детский клуб и мини-зоопарк. Мы с Маркусом пришли в зоопарк. Давай, Маркус, спускайся. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Понимаете, что происходит? Мне нужно территорию отеля снимать, а я вот Пушкина вам читаю. Отель Сигал – это прекрасное место для отдыха с детьми. Вход в море, как видите, тоже шикарный. И благодаря лагуне вода будет всегда теплее. Очень рада встретить Викторию здесь. Мы смотрим в Питере в холодном вот эти теплые горячие передачи. И просто без них уже никак. Спасибо вам, Виктория, большое. Ну а территория отеля – это настоящая сказка. Множество разнообразных растений. И так все чисто и ухожено. В общем, целое произведение искусств. А садовникам за то, что они поддерживают такую красоту, я бы поставила 10 с плюсом. А сейчас время обеда. И мы с вами идем в ресторан, который находится на пляже. Современный фудкорт состоит из итальянского, индийского, дальневосточного и восточного уголков. I want. Хочу кушать. Ой, thank you so much. Я прям голодная. Когда на пляже начинается обед, включается вот такой фонтанчик. И очень романтично. И вот тут вот у входа пекут лепешечки. Мы сейчас тоже попробуем. Вкусно пахнет. Ой, хочу, хочу. Can I take one? Лепешка. Лепешка на арабском аиш. Кроме этого места, где вы можете вкусно пообедать, есть еще два главных ресторана, а также рыбный ресторан и ресторан «Капитан Немо». Пять открытых бассейнов окружены затемненными шезлонгами и двумя частными песчаными пляжами с одной лагуной.
16:00 на пляже зажигательные танцы. Ну что ж, мои дорогие подписчики, могу сказать, что отель мне понравился. Он какой-то особенно уютный, теплый. Все так ухожено, цветочки, деревья, кустики. Территория вроде бы не очень большая, но как-то здесь очень много всего. И второй, и третий, и четвертый. Здесь вот вечером будет какое-то мероприятие, готовят зал, вон там вот все чистят. Тут вот футбол, тут волейбол, большой пляж. Ну, в общем, мне очень понравилось здесь. Рекомендую. Ну, я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока. До скорых встреч. А тут у нас запеченный баран целиком. Вы такое видели? Я нет. Ой-ой-ой, какая вкуснятина. Ну ладно, сегодня объедимся. Пахнет как. Вот такие десерты у нас сладкие. Сладкий восточный стол.